Здравствуйте, мои хорошие. Собираемся на прогулку. Сейчас вам покажу, как мы это делаем. Гулять. Пойдем гулять? Гулять. Одеваться. Я ему одежду приготовила. Пойдем одеваться. Убегает. Одеваться совсем не любит. Разлюбил. О, гонки, все. Спрятался, да, Смарт? Гулять пойдем? Гулять? Иди одеваться будем. Скажи, я гулять люблю, а одеваться не люблю. Вот его мячик здесь, он очень полюбил. Мячик этот играет постоянно. Будешь выходить-то ко мне? Ко мне. Смарт, ко мне. Ну, выходи. Смарт, выходи. Ко мне. Ко мне. Смарт. Ко мне. Ну, выходи. Ко мне. Кусает, а? Не хочет, видите? Не хочет. Мне нужно его зацепить как-нибудь за ошейник. Смарт. Вот так у нас каждый раз происходит. Да. Совсем, скажи, я не люблю одеваться. На улице мороз, минус 20 градусов. Давай, выходи. Ну-ка, быстро. Ты что, дышал? Смарт. Ты что, одеваться не любишь, да? А без одежды ты замерзнешь. Смартюля, давай, давай, выходи. Выходи, выходи, выходи. Давай, 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 давай. Зацепиться бы мне. Ой. Смарт, ну что такое-то? Я не знаю. Смотрите, это же вообще, это что? Давай, давай, выходи. Ну? Давай, давай, выползай. Молодец, да. Молодец, хороший мальчик какой. Ой, какой хороший мальчик. Молодец. Да. Молодец! Пойдем, да, Смартик, на улицу? Какой мальчик хороший! Ой, какой хороший! Видите, как огрызается, не нравится. Давай лапку, давай лапку. Да, да, да. Вот, даже вот эту мы забыли. Подожди, подожди. Сразу хочу вам ответить на ваш вопрос. Где мы покупаем одежду и какого размера? Покупаем мы в зоомагазине. Приезжаем вместе со Смартиком, там же меряем. Смарт, кусаешься? Смотрите, кусается, когда, да, выход вот такой. Это намордник. Чтоб ручки у нас были целые, не покусанные, мы надеваем намордник. Да? И все спокойненько у нас. Одеваемся мы без кусания. Так, по поводу одежды, да, отвечаю на вопрос. Приезжаем вместе со Смартом в магазин, в зоомагазин, на месте меряем, что есть наличие в магазине. Что Смартику подходит, то и берем. Вот у Смарта два комбеза. Это демисезонный и зимний. Мы с тобой сзади не одели? Конечно. Да, я смотрю, что ты стоишь. В специализированных магазинах одежду не покупаем. Едем в зоомагазин и покупаем уже на месте, что подходит Смарту. Меряем и берем. Смотрим, чтобы ему было удобно, комфортно, чтобы нигде ничего не тянуло. Конечно, не сразу в первом магазине купили одежду. Пришлось поездить. Магазинов 5 объездить. Ну вот, выбрали, что было в наличии. И что подошло Смарту. Мы его и особо не балуем. Едем, покупаем в обычный магазин. Зоомагазин, да, Смарт? Что, снимаем намордник?
Видите, стоит как вкопанный, потому что в наморднике. Давай, давай, давай сниму, давай. Неудобно тебе, да, неудобно. Угу. Стоит, ждет, когда пойдем на прогулку. Молодец, да, стой, жди. Сейчас этих зоомагазинов развелось очень много в каждом районе, поэтому ездим, смотрим, подбираем и покупаем. Лучше, конечно, приобретать одежду заранее. Не в сезон, а заранее покупать. Ну, конечно, когда уже собачка выросла заранее, это тоже. На щенка заранее лучше не покупать. Щенок растет, стоит, ждет. Смарт, как ты красиво стоишь. Молодец, да? Ты у нас молодец, Смартюля. Молодец. Красивый мальчик какой. Стоит, ждет. Будьте здоровы, мои хорошие, и до новых встреч!